Как правильно искать пропавшего ребенка? На что обращать внимание во время поиска? Какие действия предпринять и чего ни в коем случае нельзя делать при обнаружении маленького потеряшки? Молодые добровольцы поисковых отрядов внимательно слушают, записывают, запоминают важные правила, о которых им рассказывают профессионалы – спасатели, полицейские, а также криминалисты Следственного комитета России. В Карачаево-Черкесии сотрудники Республиканского следственного управления регулярно проводят для волонтеров практические занятия, на которых подробно объясняют все важные моменты своей работы во время розыска безвестно исчезнувших граждан. Участники не только узнают о тонкостях поисковых мероприятий, но и сами отрабатывают на местности алгоритмы взаимодействия с поисковыми оперативными группами. Жизнь юному человеку, попавшему в беду, порой могут спасти только те, кто не оставил без внимания призыва о помощи и оказался рядом. И так важно, чтобы помощь эта была своевременной и квалифицированной. В Карачаево-Черкесии такие специалисты точно есть.